Красивейшее авиашоу развернулось в эти выходные в небе над Нижним Новгородом. Оно приурочено к столетию со дня первого регулярного пассажирского рейса. В 1923 году был завершен рейс Москва-Нижний Новгород, с которого и началась гражданская авиация Советского Союза. В Нижнем Новгороде авиашоу представили лучшие пилоты страны. Мы вообще приехали из Удмуртии. Первый раз. Увидели такое шоу, и просто мы в восторге. Вообще класс. Супер. Нижний Новгород рулит. Куча эмоций, позитива, просто счастье. Это одно из лучших мест, во-первых, для данного мероприятия. Потому что падает в Волгу. Это настолько красивое и замечательное место. И удобное для пилотирования, потому что нет препятствий. Да. И это очень комфортное место для летчика. Каждому спортсмену свойственен адреналин, и каждый раз, как в первый раз. Если говорят, что нет, я привык, и мне все равно, это неправда, это лукавство. Нижний Новгород всегда был значительной точкой на карте авиации России. Наши земляки, такие как Нестеров, как Чкалов, они прославили нашу авиацию на весь мир. Поэтому мы, нижегородцы, всегда ими гордились и будем гордиться. Празднуя столетие со дня российской гражданской авиации, для нас очень важно, чтобы и качество предоставляемых услуг нашему аэропорту было на высочайшем уровне, что вы сегодня и видите. Ну и самое главное, наш аэропорт носит имя прославленного нашего земляка нижегородца Валерия Павловича Чкалова. И славная история, в принципе, гражданской российской авиации неразрывно связана с Нижним Новгородом. И Нижний Новгород по праву иногда называют родиной российской гражданской авиации.